Детское радио представляет. Про лень, пельмень и бегемота. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить, карр. Привет, ребята, настроение у меня романтическое. А вот и неправда, мною движет научный интерес. Прилетела я в предгорье Урала, в город Пермь. Угадайте, зачем? Посмотреть на главный человеческий орган. Какой? Думаете, мозг? Неправильно. Сердце! Знаете, какой это важный орган? По всему телу кровь гоняет. А еще люди говорят, что в сердце чувства живут. Любовь, ненависть, страх. Все в груди колотится. Вместе с сердцем бьется. Здесь, в Перми, памятник сердцу поставили из гранита, карр. Красный такой камень выглядит очень натурально. И сердце не как нарисованное сердечко, а прямо как в учебниках для врачей изображают неправильной формы. Вот смотрите, видите, трубки вверху у него торчат. Это вены и артерии. По одним кровь внутрь сердца втекает, а по другим обратно из него вытекает. Называется, знаете как? Круг кровообращения. Но это вам пока трудно запомнить. Кстати, знаете, почему это гранитное сердце выглядит так натурально? Потому что врачи его тут поставили. А уж они-то знают, как и что у нас внутри устроено. Вот эта скульптура украшает двор одного медицинского центра. А какого? Угадаете? Правильно! Института сердца! В этом центре работают 250 сотрудников. Сложнейшие операции на сердце делают. А еще изучают этот важный орган. Придумывают разные способы, как сделать, чтобы оно работало дольше и лучше. Короче, здесь жизни продляют, карр! Огромный-то оно какой! И тяжелое! Целых 4 тонны. Это 4000 килограммов. Представляете? А настоящее-то сердце весит всего 300 граммов. А размером с кулак. Вот, сожмите свой кулак. Видите? Такое у вас сердце. Вырастет, и оно вместе с вами. А вообще, занятные ребята эти жители Перми. Между прочим, у них еще и памятник ушам есть, но это совсем другая история, на которую у меня времени нет. Прощайте, друзья мои сердечные. Карр! Про лень, пельмень и бегемота.